На бесхозных счетах в банках Германии обнаружили десятки миллионов евро. Малоизвестные советские съемки последствий атомной бомбардировки Хиросимы. Новые виды спорта уже в Токио. Чего нам ждать на следующих Олимпийских играх? Бегун из Шотландии заберет домой собаку, которая увязалась за ним на марафоне в Китае. €16 миллионов грустят без хозяев. Такое открытие недавно сделали власти земли Баден-Вюртемберг. Деньги обнаружили на банковских счетах, которые по факту не принадлежат никому. Земельный министр финансов Эдит Зицманс намерена использовать их с немецкой рациональностью для развития региона. По ее словам, счета, о которых идет речь, не использовались более 10 лет. Все это время никто не пополнял их и не снимал деньги, и даже не запрашивал выписку. Можно предположить, что владельцы уже давно умерли. До сих пор деньги находились под юрисдикцией фискальной службы, а земельные власти не могли получить к ним доступ, цитирует министра местная пресса. Такие же вопросы возникают и в других землях. В Германии есть понятие так называемого фискального наследования. В соответствии с Гражданским кодексом, после смерти человека за неимением родственников, супруга или партнера, его имущество наследует государство. По данным счетной палаты Баден-Вюртемберга, в течение 5 лет за счет подобных завещаний земля получила доходов на 23,5 миллионов евро. Но обычно под категорию такого завещания попадала недвижимость и ценные вещи, но не банковские счета. Сейчас власти федеральных земель хотят изменить сложившуюся финансовую ситуацию. Они ищут юридические пути, чтобы оформить пользование счетом, у которого нет фактического владельца. По мере того, как средства перейдут в земельный бюджет, их будут расходовать на улучшение благосостояния региона. В канун 71-й годовщины атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки американской авиацией в Японии опубликованы малоизвестные киноматериалы, снятые в этих городах советскими операторами в 1945 году. Город Хиросима. Разрушения, причиненные атомной бомбой 6 августа 1945 года. Исторические кадры премьер-министру Японии Синдзо Абе вручил председатель Госдумы России Сергей Нарышкин во время визита в Токио в июне. Глава японского правительства передал их муниципалитету Хиросимы. Бомбу на Хиросиму американцы сбросили 6 августа 1945 года на Нагасаки 3 дня спустя. Город Нагасаки. Место падения атомной бомбы 9 августа 1945 года. Десятки тысяч людей погибли сразу после взрыва. Число умерших от воздействия радиации и отложенных эффектов превышает 200 тысяч. Советские военные представители в Союзном контрольном совете по Японии побывали с инспекциями в разрушенных атомными бомбами городах вскоре после капитуляции императорской армии. Операторы, сопровождавшие делегации, зафиксировали на кинопленке разрушения, причиненные ударной волной и пожарами. Советская военная делегация во главе с генерал-майором Вороновым осматривает разрушение. На этих кадрах хроники советские представители во главе с генерал-майором авиации Николаем Вороновым и сопровождающие их японцы ходят по развалинам в обычной одежде без средств защиты от радиации. Они осматривают руины завода по выпуску торпед. В обоих городах, подвергшихся атомным ударам, побывал глава советской миссии в Союзном контрольном совете генерал-лейтенант Кузьма Деревянко. 2 сентября 1945 года он от имени Советского Союза подписал акт о безоговорочной капитуляции Японии. Деревянко умер в 1954 году, как полагают, от полученной дозы радиации. Посольство СССР в Японии также направляло своих сотрудников в Хиросиму и Нагасаки осенью 1945 года. Они осматривали руины, говорили с местными жителями и очевидцами, посещали больницы, где находились пострадавшие от взрывов. Соединенные Штаты полагают, что атомные бомбардировки позволили ускорить окончание войны на Тихом океане. Многие историки оспаривают эту точку зрения. Япония считает атомные удары по городам абсолютно неоправданными. Барак Обама первым из президентов США побывал в Хиросиме в мае этого года. На подмосковном полигоне Алабино стартовали международные армейские игры. Начались они с танкового биатлона. Экипажи соревнуются в меткости и скорости. И за каждый промах, как и в традиционном биатлоне, получают штрафные круги. Первыми выступили команды из Армении, Индии, Казахстана, Кувейта, Монголии, России и Сербии. Лучшее время показал российский экипаж. Он преодолел трассу за 23 минуты 39 секунд. Второй финишировала команда из Индии, третье место занял Казахстан. Всего в международном
международных армейских играх примут участие 120 команд из 19 стран мира. Лучше всего представлены Россия, Казахстан и Китай. Они принимают участие в более 20 различных конкурсах. Соревнования будут проходить на 20 российских полигонах, в Новосибирске, Калининграде, Санкт-Петербурге и других городах. Впервые два конкурса состоятся и на территории Казахстана, на полигоне «Гвардейский». Итоги армейских международных игр подведут 13 августа. Обсуждают следующую летнюю Олимпиаду в Токио. В среду члены комитета проголосовали за расширение программы соревнований и включили в нее 5 новых и весьма популярных видов спорта. Я рад сообщить вам, что это бейсбол и софтбол, карате, скейтбординг, скалолазание и серфинг. Их теперь можно официально называть олимпийскими видами спорта. Таким образом, в следующих летних играх будет участвовать почти на 500 спортсменов больше. Эту новость главы профильных федераций встретили с энтузиазмом. Невероятное чувство, рассказывает президент ассоциации серфинга. 22 года мы пытались оседлать эту волну, олимпийскую волну, и вот, наконец, нам это удалось. Соревнования по серфингу в Токио планируют проводить не в искусственном водоеме, а в океане, предположительно в префектуре Тиба. Для скейтбордистов построят рампы на улицах и в крытом зале. Любители теперь уже олимпийского вида спорта из Лос-Анджелеса, впрочем, восприняли новость по-разному. Здорово. Многие скейтеры любят соревноваться, и теперь у них появится такая возможность. Не знаю, мне кажется, это немного странно. Скейтбординг — это не совсем спорт, это то, чем ты занимаешься для удовольствия. Впрочем, новые виды спорта включены лишь в программу Олимпиады 2020 года, и автоматически в список дисциплин для последующих игр не попадут. Для этого надо снова получить одобрение МОК. Искусство массажа практикуется уже на протяжении тысячелетий, и в Сингапуре теперь можно получить сеанс терапии в ультрасовременном исполнении. В одном из спортивных клубов установили робота, который владеет древней китайской техникой манипуляций. Аппарат называется «Эмма», сокращенная от «Экспертный мануальный массажный автомат». Робот позволяет повысить продуктивность терапии, избавляя врачей от утомительной физической нагрузки. При этом создатели аппарата говорят, что робот должен не заменять доктора, а лишь помогать человеку. Это помощник. Часть наиболее утомительной и затратной в плане времени и сил работы берет на себя машина. А врач может сфокусироваться на чем-то более важном. В результате он оказывает пациенту лучшее обслуживание и принимает большее число людей. Робот представляет собой роботизированную руку с 6 степенями свободы. В него установлена 3-мерная стереокамера, с помощью которой аппарат может ставить диагноз. Сейчас робот проводит сеансы массажа для спортсменов. Его используют для лечения мышечной боли и травм. Данные о каждом пациенте хранятся в памяти устройства, так что оно может анализировать прогресс лечения. Как говорят создатели, робот весьма ценен для атлетов, поскольку врачи получили больше возможностей для наблюдения за состоянием больного. Бродячая собака из Китая обретет дом благодаря экстремальному бегуну из Шотландии. Дион Леонард решил перевести в Эдинбург животное, которое сопровождало его на протяжении половины марафона по пустыне Гоби. Сначала собака следовала за всеми участниками забега, но через пару дней выбрала шотландца и больше никуда от него не отходила. Леонард был поражен преданностью и выносливостью нового друга. Собака, которую назвали Гоби, пробежала рядом с ним более сотни километров при температуре, иногда превышавшей плюс 50 градусов. Животное в результате стало неофициальным талисманом марафона, а спортсмен решил не расставаться с ним и дальше. Перед тем, как покинуть страну, собака должна пройти обследование у ветеринаров и провести 4 месяца на карантине. Для сбора средств на транспортировку Леонард начал интернет-кампанию под названием «Верните Гоби домой». В результате удалось собрать сумму в 1,5 раза больше необходимых 5000 фунтов. Как сообщил бегун, лишние деньги он передаст приюту для бездомных животных. Львица по имени Клеопатра из зоопарка Тбилиси во вторник родила тройню. По словам смотрителей, это первое пополнение со времен разрушительного наводнения в июне прошлого года. Пока что белые львята живут вместе с матерью, но когда детеныши подрастут, их переведут в отдельный вольер. В зоопарке в графстве Честершир представили публике 4 детенышей капского домана. Эти небольшие размером с кошку животные, хоть и похожи на грызунов, но являются родственниками слонов. Вероятно, у столь разных по размеру и внешнему виду животных был в древности общий предок. В том же зоопарке Честера с начала лета вылупились 7 птенцов редчайшего лесного ибиса. В природе эти птицы сохранились лишь в Марокко и Турции. Около десятка пар обнаружено в Сирии. В настоящее время вид находится под критической угрозой исчезновения. Разлив реки Брахмапутры, вызванный муссонными дождями, выгнал из джунглей некоторых обитателей национального парка Казиранга в Индии.
В их числе оказался однорогий носорог, который повредил несколько автомобилей и придорожных построек, а также несколько раз бросался на любопытных граждан. Егерям парка потребовалось 3 часа, чтобы загнать животное обратно в лес. А в зоопарке Вашингтона детеныш большой панды по кличке Бэй-Бэй наслаждается прелестями жаркого лета. Чтобы помочь ему освежиться, смотрители поливают медвежонка холодной водой из шланга. Видеозапись, на которой Бэй-Бэй принимает водные процедуры, за 2 дня посмотрели почти 200 тысяч человек. Будьте в курсе событий. Все новости Германии, Европы и мира на сайте Нового времени. nminz.tv и на наших страницах в социальных сетях.